Я на этом пожаре лично сам был. Поднимался там, где человек был. Но не хотел бы выступать каким-то экспертом. Там серьезные идут проверки надзорных органов. Я склонен думать, что это будет человеческий фактор. Утечка, то, что предварительно, утечка масла, конечно. И я видел сам, когда подключали, скорее всего, они сами нарушили то, что туда не должен был попасть. В этот очаг я видел, когда включали, внутренняя система пожаротушения работала, и там, буквально считанные минуты это было все локализовано.